Добрый вечер. Большое спасибо, что вы сегодня присутствуете здесь. Сегодня состоится концерт под названием «Проект «Джаз с армянским акцентом». Автором проекта являюсь я Артем Лаваян. Со мной вместе на этой сцене Григорий Малиан, контрабас. Вакан Бабаян, главный. Максим Дуров, флюгельгорн. Антон Залетаев, саксофон. Все, добрый вам вечер. Мы постараемся сделать так, чтобы вам сегодня было комфортно и хорошо.
Да, у нас сейчас в составе трио прозвучат две композиции. Thank you.
Следующее произведение называется «Angel».
Следующее произведение называется «Ностальгия». Это уже ностальгия по нашим горам карабахским. Thank you.
Сейчас прозвучит последняя пьеса от первого отделения. И после небольшого перерыва мы продолжим. Надеюсь, вам все нравится. Оставайтесь с нами. Да, композиция называется Mount Vals. Ну, переводить не буду. На самом деле тут опять же речь идет о, ну, видимо, прогулке по прекрасным горам того же Нагорного Карабаха. Thank you.
Друзья, наша программа продолжается. Спасибо, что вы с нами. Сейчас прозвучит сольное произведение, а потом состав вам уже знакомый появится на сцене. Эта композиция называется «Гай». Итак, на этой сцене. Вот. Антон Загитаев, Сапсапо, Максим Дуров, Юрий Гор, Вартан Бабаян, ударный, Григорий Маян, контрабас, и Артем Лалаян за рояль. Thank you.
Спасибо. А кто за саксофон? Максим Горов, Виктор Горов. Григорий Валян, контрабас. Вахрам Батаян, ударный. Большое спасибо. А мы продолжаем. Композиция называется Thinking. Bye.
Следующее произведение называется «Караван». Прошу не путать с «Караваном», который написал Зика Никсона. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Хрипит микрофон. Друзья, по всей видимости, звучит последняя композиция сегодняшнего вечера. Но она радостная, мажорная.
Антонов, флюгельгорн. Антон Замыкаев, саксофон. Вартан Бабаян, ударный. Григорий Маньян, контрабас. Авторский проект «Я с армянским акцентом». Автором являюсь я, Артем Балаян. Ну вот, на этом, по всей видимости, наш джазовый вечер подошел к концу. Мы тоже искренне рады, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, сегодня вы уйдете отсюда с позитивом, который прозвучал вот с этой сцены. Будем всегда рады. Прощальную композицию сейчас я для вас большим удовольствием сыграю соло. Сегодня мне тоже понравилось, как они выступали. Всего доброго.